Друзья, в продаже у нас появился Subaru Forester 2019 года на бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, 185 лошадиных сил. Автомобиль на вариаторе, на полном приводе, имеет электронный ПТС с родным подтвержденным пробегом, полностью в заводском окрасе, в идеальном состоянии как технически, так и косметически. Имеет полный комплект ключей. Комплектация предмаксимальная. Есть все, кроме люка. На красивых литых дисках. Камеры на 360 градусов. Парктроники. Бесключевой доступ. 4 электростеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал. Электропривод передних кресел. Память водительского кресла на 2 человек. Мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, подогревы передних кресел, подогревы заднего ряда кресел, обогрев лобового, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер, электроручник. В автомобиле также имеется видеорегистратор, мультимедиа, все от фирмы Kenwood. Тканевый салон с окантовкой из кожи. Сзади у нас электростеклоподъемники. Есть подлокотник с 2 подстаканниками. Два USB порта для зарядки гаджетов. Подогревы кресел. Также электропривод багажника. Закрытие с кнопки. Вся документация, аукционные листы. Все имеется. Автомобиль в идеальном состоянии. Аукционник 4,5 балла. Предмаксимальная комплектация с полным комплектом ключей.